Доброе утро! Вы смотрите новости на канале InstaForex TV в студии Марина Генералова. Первый летний месяц вселил надежду на то, что американской экономике удастся нарастить темпы роста. После разочаровывающих данных об экономическом спаде в течение первого квартала на рынке стала появляться позитивная информация, сопровождаемая оптимистичными комментариями ведущих экономистов США, например, Джанет Йеллен. Вслед за убедительным ростом объемы розничных продаж поднялись и объемы заказов на товары длительного пользования. В соответствии с предоставленным в пятницу отчетом, Министерство торговли США зафиксировало подъем объема заказов на 0,7%, превысив прогноз большинства аналитиков, ожидавших рост лишь на 0,6%. Тем не менее, в пресс-релизе отмечается, что крупные компании по-прежнему с опаской расширяют производство, стараясь избежать риска недостаточного роста спроса. Аналитики же верят в светлое будущее и предвещают значительное увеличение заказов уже во второй половине года. Довольно оптимистичные трейдеры. Индекс доллара США на данной публикации поднялся к 81 пункту, остановившись у отметки, где инструмент торговался в последний раз более полутора месяцев назад. Эксперты пока не берутся делать прогнозы о том, как долго американский доллар будет оставаться сильным. Пока рынки активно скупают доллар, аналитикам остается только ждать дальнейших сигналов в определении тренда. Таковы новости на текущий момент. Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе важнейших экономических событий. Всего доброго!